Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня романтическое видео. Мы сегодня с вами будем говорить о свиданиях. Как подготовиться к романтическому свиданию, как побороть волнение, как подобрать наряд, какой выбрать макияж и что взять с собой. А самых влюбленных, любящих и романтичных ждет сюрприз в конце этого видео. Я хочу сделать для вас подарок. Подарок не только от меня, а подарок еще и от торговой марки Guerlain. Подготовка к свиданию – это всегда волнительный процесс. Переживаешь и о том, как бы не опоздать, что надеть, какой макияж сделать, чтобы прическа не распалась. Всегда мы об этом будем переживать, потому что мы девушки. Ну и как же можно успокоиться перед свиданием и перестать волноваться? На самом деле, я уверена, никак. Мы все равно будем волноваться, но вот это волнение при помощи каких-то небольших хитростей можно немножечко успокоить. Мой вариант – это выделить 5-10 минут, даже если вы опаздываете. Найдите вот эти 5 минут для себя, когда вы спокойно сядете, включите, к примеру, любимую музыку и начнете глубоко дышать. Если вас успокаивает общение с подругой, выделите 3-4 минутки на то, чтобы пообщаться с ней хотя бы даже по телефону. По поводу наряда и образа в целом. Тут, конечно же, все зависит от того, где будет проходить свидание. То ли это театр, то ли это небольшая кафешка, то ли ресторан, то ли просто прогулка по парку. При любом из этих вариантов главное не перебарщивать. Помните о том, что интенсивный макияж придает девушке возраст. По поводу макияжа. Если вы готовите какое-то романтическое свидание у себя дома для своего мужа, то тут, конечно, можно поиграться и с яркими оттенками, и с разными образами. Но если это первое свидание, то макияж лучше выбрать в нюдовых оттенках. И в любом случае сделать акцент на глаза. Пусть он не сможет отвести глаз от ваших глаз. Ну и давайте перейдем к практике. Я покажу, как я создавала вот этот образ, который сейчас перед вами. Легкий, нежный, романтичный и, как я уже сказала, с акцентом на глаза. Когда на коже нет явных недостатков в виде высыпаний, я стараюсь использовать более легкие текстуры и использую BB-крем. Покрытие будет тонкое, легкое, а тон лица ровнее. Синячки под глазами маскирую консилером, похлопывающими движениями. Теперь подчеркну брови, прочесываю их в нужном направлении и прокрашиваю чуть-чуть поярче. На все подвижное веко наношу телесно-розовый оттенок теней. Он освежит взгляд, выровняет тон кожи и скроет венки. Минеральные тени мне нравится наносить именно подушечками пальцев, так как оттенок ложится плотнее и нет необходимости наслаивать. Обязательно подчеркиваю складку века при помощи широкой пушистой кисти и более темного телесного оттенка теней. Хорошенько все растушевываю и вытягиваю цвет из внешних уголков, визуально увеличивая форму глаз. Теперь на верхнее веко наношу более плотный пастельно-розовый оттенок плоской кистью. Придаю веку объем и снова приступаю к растушевке. Четкие границы нам совершенно не нужны, только нежный переход. Также немного перламутра нанесу под бровь. Главное, не используйте продукты с явным блеском или блестками. В нежном макияже хочется избегать черных оттенков. И чтобы линия роста ресниц была более четкой, я использую подводку коричневого цвета. Она и делает взгляд выразительнее и смотрится более натурально. При вечернем романтическом освещении контурирование не помешает. Подчеркиваю скулы, височную зону и линию роста волос, визуально скрывая высоту лба. При помощи тинта нежно-розового цвета можно получить легкий свежий румянец. Обожаю подобные продукты, когда и легко, и быстро, и результат не заставляет себя ждать. Ну и наконец-то мой любимый косметический продукт – тушь для ресниц. Это новинка от Guerlain Le Petit Robe Noir. Помимо того, что у нее очень красивый дизайн, она еще и может похвастаться необычной щеточкой. Прекрасно подкручивает, разделяет, придает ресницам объем и длину. 4 в одном получается. Она достаточно быстро и практически без усилий выкладывает реснички веером, вытягивая каждую ресничку, обволакивая ее насыщенно черным цветом. Несмотря на то, что щеточка достаточно крупная, ей удобно прокрашивать как верхние, так и нижние ресницы. И, кстати, запах у нее восхитительный. Впервые встречаю тушь с таким ароматом.
Как вы уже знаете, при нанесении туши я постоянно умудряюсь зацепить ресницами века, поэтому ватные палочки всегда в моей косметичке. Ну и если вы еще не догадались, то именно эта тушь будет являться одним из подарков для вас. В конце видео все подробности. На губы я нанесла тот же тинт, что и на щечки, и на этом мой вариант макияжа на свидание завершен. Ах да, вам еще понадобится аромат, который вскружит голову и вашему спутнику, и вам самим. И да, этот аромат также входит в подарок для одной из вас. Что взять с собой на свидание? В принципе, если вы берете с собой большую сумку, то можно туда набросать много всего. Но в основном на свидание берут с собой небольшую сумочку или клатч, и туда лучше положить самое необходимое. Телефон, на всякий случай, только не нужно на свидание им пользоваться. Обязательно возьмите с собой матирующие салфетки, чтобы можно было поправить макияж и при этом его не испортить. Если вы будете перекусывать, то, конечно же, возьмите с собой помаду или блеск для губ. Обязательно прихватите с собой кошелек, ну или карточку. А тем более, если это свидание вслепую, то тут уже точно лучше подстраховаться даже финансово. Также рекомендую, чтобы вы не переживали по поводу своей прически, возьмите небольшую бутылочку лака. Сейчас, в принципе, ассортимент в магазинах большой, и это не проблема. На пару минут буквально зашли припудрить носик на свидании в кафе или в ресторане, поправили себе прическу при помощи лака для волос, и уже все будет намного лучше, особенно если на улице был ветер, дождь или снег. Марка Guerlain предоставила для вас подарки. Они просто потрясающие, я честно мечтала бы о таком подарке. У вас есть всего 5 дней, чтобы поучаствовать в этом розыгрыше. И обязательно переходите в описание и прочитайте все правила внимательно, ничего не упускайте. Все просто, но нужно быть внимательным. Желаю вам найти свою любовь, свою самую настоящую вторую половинку, радости, счастья, хорошего настроения, блеска в глазах. И я вас всегда жду. Всем пока!